В эфире информационная программа «День города». В студии Наталья Новикова. Здравствуйте. О событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. Смотрите в этом выпуске. 50 оттенков серого. Снег в Рязани сходит вместе с асфальтом. Смена сезонов. Рязанские водители не торопятся менять и шипы на летнюю резину. Шайбу в шайбу. Хоккейный клуб будущих рязанских врачей провел первую тренировку. Весна пришла, и вместе со снегом растаял асфальт. Вряд ли в нашем городе можно найти хоть одну улицу с ровным дорожным покрытием. Водители ругаются и все чаще достают домкраты из запаски. В администрации города сегодня состоялся брифинг, на котором пообещали, что в этом году в Рязани планируют отремонтировать около 40 километров дорог. Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога», и как чудна она сама, эта дорога. Эти слова Николая Васильевича Гоголя, который всегда много писал о ней. Но если бы он прокатился по улицам нашего города, то его мнение резко изменилось. Ведь с приходом весны начинается прибыльный период у всех автомастерских. Почти на каждой дороге нашего города появляются невидимые зимой ямы. Скорость автомобильного трафика резко снижается, ведь каждый водитель старается объехать все выбоины, порой по самым немыслимым траекториям. Дороги превращаются в настоящие лабиринты, а ведь весна только-только началась. Дороги очень ужасные. Ужасные дороги. Хорошие дороги, что ли? Ям на яму. И делают новые дороги, а не все разбиваются, как эти. Надо технологии другой совсем делать. Плохое состояние. Те, что делались новые вот этим летом, они еще как-то более-менее держатся. Все остальные разбиты. В центре более-менее, а тут вообще по крайности просто ужасно, как во время войны, после войны. А ломаете машину на дорогах? Конечно, ломается. Подвеска. А что чаще всего? Подвеска, колеса. Подвеска летит, диски. Все разбивается. Ходовая. Часто ломаете машину на них? Каждую неделю. А что чаще всего? Ходовая. Но есть и хорошие новости. Сегодня в администрации Рязани состоялся брифинг, посвященный проведению в городе дорожных работ. В 2017 году запланирован капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 31 участке. Общая площадь дорог, подлежащих ремонту, составляет 350 тысяч квадратных метров. Протяженность ремонтируемых участков порядка 40 километров. Также сообщается, что большое внимание будет уделяться комплексному ремонту дорог. Это включает в себя в первую очередь обустройство современных средств обеспечения безопасности дорожного движения, особенно на дорогах, где есть 4 или 5 полос, такие как Первомайское шоссе, Куйбышевское шоссе, улица Большая. При таких работах установят светофоры, искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. Из всего перечня дорог администрация остановится на тех, что нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Улица Большая. На участке от пересечения с Советской армией до пересечения с улицы Тимакова. Там будет происходить уширение проезжей части в районе пересечения с улицы Тимаковой. Будет строительство тротуаров, а также будет строительство наружного освещения. От окружной дороги до проезда Шабулина появится новая, протяженностью 1,6 километра. Строительство будет вестись по новейшей технологии под названием «Тощий бетон». Суть нового метода довольно проста. В асфальт будет добавляться бетон для его прочности. На участках с интенсивным движением транспорта будет применяться смесь высокопрочная ЩМА, а на других участках это будет горячий асфальтобетон, но с добавками. Добавками, которые придают прочность, придают адгезивные качества и повышают эксплуатационные качества дорожного покрытия. Также будут отремонтированы водоотводы и бордюрные камни. По заявлениям администрации, строительство будет вестись на тех улицах, где это необходимо. На ремонт будет выделено 620 миллионов рублей. Разбитые дороги, безусловно, большой минус в самой долгожданной смене сезонов. Плюсов, между тем, тоже немало. Становится теплее, радостнее и хочется обновлений, сменить прическу или купить новые туфли. Некоторые автомобилисты тоже спешат переобуться. В том, не рано ли менять резину на летнюю, разбиралась Алена Куколева. Пора или рановато? Этот вопрос дважды в год мучает водителей при смене резины с летней на зимнюю и наоборот. Время мучительных сомнений снова наступило. Одни торопятся, пока нет очередей в автосервисах. Другие предпочитают выждать, когда их уже не будет. Пора переобувать ваш красивый автомобиль или еще рано? Еще рановато, наверное. Еще у нас эта зима такая непредсказуемая. Поэтому, ну, с недельку подождем.
Ну, а потом заморозок, утром выйдешь и на... А я паркуюсь, там еще снега полно. Я не выйду просто-напросто. Не знаю, у нас в деревне только вообще еще рано прибываться. Ну, дожди уже пошли. Можно? Можно. Однако особо торопиться все же не стоит. Март в Рязани всегда капризный. Март непредсказуемый месяц. Может быть, заморозки могут. Поэтому еще недельку-две потерпеть. Что касается синоптиков, то у них на март самые отличные планы. Рязанцам обещают теплый, вполне солнечный месяц. Температура сейчас выше нормы на 6-8 градусов. Как действовать в межсезонье автомобилистам по фактической погоде и с учетом долгосрочного прогноза погоды? Об устойчивом переходе температуры воздуха через ноль к положительному еще рано говорить. Не исключено понижение и до отрицательных значений, а также выпадение смешанных осадков в виде снега и дождя. В средней полосе России зимние покрышки обычно уместны с конца октября до середины апреля, поэтому торопиться пока не стоит. Но каждому водителю все же придется решать самостоятельно, верить или нет прогнозам метеорологов, менять резину или повременить. В Рязани задержали необычного грабителя. Мошенник забирал из автомобилей на парковку города ценные вещи, а вот следов взлома при этом не обнаруживалось. Подробности о злодеяниях технически продвинутого преступника далее. Оставить машину на парковке, казалось бы, что может быть в этом опасного? Мы делаем это ежедневно и, закрывая дверь автомобиля брелком сигнализации, спокойно идем по своим делам. Вот только прогресса не стоит на месте, а полет человеческой мысли иногда поражает воображение. А всевозможные технические достижения работают не всегда в рамках закона. Пострадавшие замечали пропажу ценностей после того, как открывали свое авто с помощью электронного ключа. Полицейские предположили, что злоумышленник использовал для проникновения в салон автомобиля специальное устройство, считывающее код сигнализации. Оперативники получили информацию, что к этим кражам причастен 44-летний рязанец. Его и задержали с поличным на улице Новоселов. Мужчина похитил из припаркованного автомобиля Kia документы и 7000 рублей. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина использовал специальное электронное устройство, считывающее и записывающее код, который разблокирует и некоторые системы сигнализации. Когда владелец автомобиля скрывает автомобиль, устройство перехватывает код. После задержания злоумышленника выяснилось, что он причастен к еще 5 совершенным ранее кражам. Мужчина высматривал на парковках автомобиля, из которых водители выходили без сумочек и барсеток, и пытался забраться в салоны этих машин. В 5 случаях злоумышленнику удалось незаметно проникнуть в машины и похитить деньги. В одном случае электронику обмануть не удалось, и мужчина, уже настроенный на добычу, разбил боковое стекло и украл сумочку. Часть похищенного изъята, в отношении злоумышленникам заведено уголовное дело. Так что будьте внимательнее к своим вещам и не оставляйте ценные вещи в автомобиле, даже покидая его ненадолго. На берегу Рюменского пруда случилось ЧП. Во время строительных работ автокран завалился на бок и придавил одного из рабочих. Трагедия произошла во время производства работы по очистке водоема вечером в субботу. Автокран упал на находящегося рядом сварщика. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту гибели рабочего. Вечером 4 марта в результате опрокидывания автокрана при производстве работ по очистке Рюменского пруда железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка. По предварительным данным, автокран завалился в результате не до конца выставленных опор, которые поддерживали автокран. В ходе доследственной проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц виновных в случившейся трагедии. Опаздываете на важную встречу, свидание или даже поезд? На помощь придут таксисты, быстрые и маневренные. Они знают самые короткие маршруты и объездные пути, благодаря которым добраться на другой конец города можно за считанные минуты. Обычные водители привыкли уступать им дорогу и прощать мелкие нарушения. Однако сотрудники ГАИ напоминают, что правила едины для всех. Набирая номер такси, мы не задумываемся, что на время поездки доверяем незнакомым людям свою жизнь. А между тем к водителям и транспортным средствам предъявляют особые требования. Соответствие квалификации и технического состояния проверили в минувшие выходные сотрудники ГАИ. За несколько часов работы они остановили более 50 легковых автомобилей на нескольких наиболее популярных среди таксистов стоянках областного центра. Особое внимание уделялось наличию разрешений на деятельность такси, необходимой информации для пассажиров и документов. Проверялось также соответствие атрибутики на автомобилях требованиям действующего законодательства. Подобные рейды проходят регулярно. В этот раз было выявлено 5 административных правонарушений.
Безусловное лидерство российских спортсменов на мировых соревнованиях практически во всех видах спорта постепенно сходит на нет. И виной тому, конечно же, не отсутствие талантов, а скорее отсутствие возможности тренироваться и готовиться. В основном звезды спорта загораются там, где есть инициативные люди, фанатично преданные своему делу. Подобная ситуация наблюдается и в нашем регионе. Совсем недавно мы рассказывали о закрытии базы Гребцов, о сложном положении лыжников региона. Без поддержки пока и борцы смешанных единоборств. А между тем, спорт этот активно развивается. Подтверждение тому состоявшийся в выходные открытый чемпионат области. Много тренируюсь, соответственно, я шел к этой победе. Я, в принципе, доволен соперниками, все молодцы. Победил, значит, тренировался. Дмитрий Марченко – спортсмен с именем. Победу он одержал в весовой категории 93 килограмма. Категория считается элитной. Сам спортсмен уже не раз становился призером и победителем мировых соревнований и хорошо известен в среде бойцов. Путь его начинался и проходил нелегко, как и у всех спортсменов высоких достижений. Сравнить нашу страну с еще одной великой страной – это Америка, да? И, допустим, со слов там Джеффа Монсона, у них ситуация со спонсорством, наоборот, стоит в приоритете. Там у любого начинающего спортсмена уже есть какая-то организация, которая вкладывает в него, которая спонсирует этого спортсмена. В Америке бизнес считает патриотичным поддерживать какого-либо спортсмена, ну, получается, в отличие от нашего, по крайней мере, региона, да, где как бы с поддержкой худовато пока. Открытое первенство области, состоявшееся в физкультурно-оздоровительном комплексе Евпатий Коловрат, соревнования особенные. Ну, данные соревнования крайне важны для будущего, потому что из юных парней вырастают профессионалы и уже представляют себя в совершенно других масштабах. А зарождается все на таких стартах, где юноши показывают себя и бьются за победу. Бойцы, подобные Марченко и Казбанову, хороший пример для совсем юных, начинающих спортсменов. Уже в детском возрасте рязанские ребята показывают хорошие результаты. Растет постоянно у нас уровень, количество участников. Порядка 70 человек у нас присутствует на первенстве области. Поддержку ребята получают не только от своих тренеров, которые учат технике и боевому духу, но и от родителей. Одной из основ любой победы является вера близких в то, что спортсмен может победить. Мы приехали на соревнования, у меня выступает сын, занимается в спортклубе «Арта» уже 2 года. Ну, мы вторые на области, надеюсь, в этом году будем первыми. Мой «Арта», и мы все время занимаем места призовые, мы все время командные, личные также. Мы не стоим на одном месте, Рязанская область, мы ездим в Москву на сборы, также болеем. Ездим болеть за наших одноклубников в другие города. Я занимаюсь уже 5 лет и хожу каждые 3 дня в неделю. Ему сейчас 13 лет. Вот, был чемпион мира по кикбоксингу в Италии. Вот. Чемпионат России тоже призер он был. Вот, много в каких видах единоборств мы участвуем. Вот, ну и добивается больших успехов. Высот, потихонечку движемся вверх. Вот из таких целеустремленных ребят вырастают профессиональные бойцы и достигают высот. То, к чему они стремятся, демонстрируют легенды уже на профессиональных турнирах. Такие турниры пользуются популярностью в мире. И подобный турнир пройдет в нашем городе 25 марта. Это любительские соревнования, на которых определяется лучший на нашей области. Но также есть, существует понятие, как профессиональные бои, в которых мы постоянно принимаем участие. И рязанские ребята представляют честь, отстаивают честь своего города и даже страны на различных соревнованиях, межрегиональных и даже у нас есть международные и межконтинентальные. Вот. 25 марта мы организовываем такой турнир в городе Рязань. Он будет у нас международным. Приглашаем знаменитого бойца Джеффа Монсона. Он 24-го проведет семинар для рязанцев. А 25-го будет участвовать в схватке с Николаем Савиловым, нашим бойцом. Всего состоится 8 профессиональных боев, где выступят легенды смешанных единоборств. Турнир пройдет в Ледовом дворце «Олимпийский» и станет беспрецедентным в спортивной истории региона.
Спорта для здоровых, сильных и выносливых. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова появилась собственная хоккейная команда. В минувшие выходные будущие врачи вышли на первую тренировку. О том, какие планы у новой сборной, в репортаже Галины Ершовой. Вуз здорового образа жизни. Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова вышли на лед. Хоккейную команду начали формировать еще прошлым летом. Благодаря активности в социальных сетях студенты живо откликнулись на инициативу. Времени даром не теряли. Более полугода команда тренируется, как говорится, на суше. Отжимания, подтягивания, прыжки и бег. В будущих матчах основная нагрузка придется на спину и ноги, поэтому им уделяют особое внимание. У нас есть и стоматологи, травматологи, ортопеды тоже будут, так что команда еще будет под хорошим, да, присмотром медицинских работников. Хоккей – очень контактный и азартный вид спорта, а профессиональная медицинская помощь, профилактика и грамотная забота о собственном организме дают команде серьезное преимущество. В эти выходные молодые люди впервые вышли на лед. Для них начался новый этап – развитие индивидуального мастерства и навыков катания. Максим Ионов – центральный нападающий. В родной Калуге он трижды становился вице-чемпионом области. И сейчас по-детски рад вернуться в спорт, которому посвятил половину жизни. Хоккей – это для меня это второе я мое, потому что я от него живу, да, им существую. И если когда ты в него играешь, ты проявляешь мужественность, да, храбрость, устойчивость, у тебя сразу все это вырабатывается, да, еще лучше. При этом надо не забывать о том, что у тебя есть за спиной это учеба, там, какая-то либо работа еще. Хоккей – это вторая жизнь. Ну, а я ее ставлю на первом месте все равно. Команда настроена решительно. Уже в следующем месяце молодые люди планируют сыграть свой первый товарищеский матч, а в перспективе участвовать во всероссийских и международных соревнованиях среди студенческих и любительских команд. Во имя родного вуза они готовы тренироваться каждую свободную минуту и, конечно, добиваться результатов. Чтобы мы добились того полноценного состава, с которым у нас будет костяк крепкий, да, что мы будем потом участвовать в каких-либо регионах, представляя, во-первых, университет, да, чтобы это было престижно, чтобы нас знали в лицо, враги боялись. Участники сборной – студенты первого и второго курса. Ими руководит опытный капитан. За 4-5 лет, которые юношам предстоит учиться в вузе, они вырастут в настоящую сильную команду, на практике доказывающие, что занятие спортом – залог здоровья и успеха. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаемся с вами до завтра и хорошего вам продолжения дня.